Любишь игры? Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. Доброго времени уток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Каспер и Годхант, и с вами StarLadder TV, очередной день Star серии Альянс против Менес. Вот такие у нас две команды здесь собрались. Как мы видим, Лода вернулся в строй, выздоровел, рады, что поправился парняга, не хватало вчера его команде, когда был украинский погром, так сказать, на шведских землях. Иначе его назвать никак нельзя. Там, да, там было, конечно, очень-очень страшно. Тут я не влез в титр, а ну-ка. О, теперь я влез в титр. А я тебе говорил, нужно было на турник идти. Уже в титры не влажу. Распух. Так, да, сейчас покажу даже наши твиттерки, твиттерочки. Можете на них подписываться, там постоянно у нас всякие шутки, прибаутки, ну, разные анонсы и так далее, стримчанские, по доте не только, какие-то просто интересные факты. Не стесняйтесь, подписывайтесь. Ладно, в любом случае, Альянс против Менес. Альянс, походу, решили себе создать нового любимого героя, это Абаддон. Постоянно он у них теперь появляется. Альянс в полном составе, если кто не в курсе. Сейчас сказал. Да-да-да, ну вот Годхант вам только что говорил. Я просто немного отвлекся на вот эти все титры и прочую фигню. Как обычно, не слушаешь меня. Это я тебя не слушаю, постоянно, да? Постоянно я что-то тебе рассказываю, а ты где-то там у себя.
Да. Завязывай. Мы даже не можем нормально поговорить. Минутка театра у нас была сейчас. Да. Ну и Менес тоже, кстати, полным составом, насколько я помню. Томми, Лапис, Сифла, Спины, Буги. Ну да, этот состав не забыть. Так это не очень. Так я же говорю, не забыть. Да, знаю, я знаю. Radiant Team Band. Первый твит твой. Переписали, спросили, что за стыд вообще. Это не мой твит, это цитата подруги. Нормально. Вчера мы пришли к такому выводу. После очень долгого общения мы пришли к выводу, что если... Хорошие выводы у вас там. Типа... Ну, там очень длинная дискуссия была, которая к этому подвела. Ладно, ладно. Так. Сейчас всех заинтересовал, все пойдут читать мой первый твит. Сейчас все пойдут читать твиттер, естественно. Так. Спасибо Страладуру за это, говорят. За что? А, за ботинки на кунку турнаментовские. Ну, да, не за что. Обращайтесь еще. Это ж как раз вот все сделано для вас, друзья. Он, дружане, выпали ноги, да. Он говорит, спасибо. Не за что, дружище, носи на здоровье. Да ладно, а я только что говорил. Никогда ты меня не слушаешь. Давай сейчас по новой. Одну и ту же пластинку заводи. Теперь ты должен заплакать. Да. Даже поговорить толком не можем. Так, Лайфстиллер, Лондруид, у команды Менес. То есть ребята планируют фармить. Они, походу, не смотрели прошлые матчи команды Альянс. Они забрали медведей и не забанили Фурионы. Они по-любому не смотрели предыдущие матчи Альянс. Походу, ни одного даже. Причем, знаешь, причем... Шведские нонеймы часто мы их... Да, финские. Все, посмотрели игру с Нави, говорит, да, что это? 20 минут. Подумаешь, какие-то лапки, сейчас мы их раскатаем. Просто скорострелы. Это Нави скорострелы. Ну не знаю, кто там скорострелы. У кого трон упал? Ну, в общем... Хотя нет, подожди, трон упал у Альянса. Да. Значит, это все-таки они. Ладно, в любом случае, друзья, я не уверен, что вот этот затяжной пик от Менес, затяжной в плане героев, Лондруид, Лайфстиллер, им нужны действительно артефакты для того, чтобы воевать, что это сможет сработать против Альянс. Потому что Альянсы предпочитают повоевать мальца, так, начиная минуты с 10 и до конца игры. Иногда даже за третьим тавером. Да. Периодически иногда. Я видел Рикимару там запрыгивает на горб кому-нибудь и объясняет, что... Горта не самая важная часть на твоем теле, ее можно вырезать. Так, что у нас там? Шторм Спирит попадает в бан. Пишет, у Альянса теперь фобия Бетрайдера и Outworld Devourer. Ну, что-то, да, после финалов International у них не так было с Бетрайдером. Так, Вивер для Alliance. Что у тебя там? Там хвост делал тэп-аут. Ага, это да. Ты видел, значит. Это забавная картинка, конечно. Расскажи про Миллеров на украинском. Вот такое кино. Я все понял. Чуть-чуть мне помогали, переводили. Но если кто-то еще не ходил, должен сходить на этот фильм по-любому. Не, фильм офигенный. Мне тоже очень понравился. Мы с женой как раз его смотрели. Царский фильм. Врубаешься? Я не лесоруб, но врубаюсь. Сейчас о чем я, да? Типа, юмор там такой достаточно, иногда глуповатый, но шуток прикольных. Ну, хватает, актеры, да. Актеры, короче, типа, вытаскивают нормально. Я думаю, что да, друзья, улыбнетесь вы не раз во время просмотра этого фильма. Да. А один момент, который я вот сегодня рассказывал Ханту, он меня просто порвал в клочья. Мы не будем это обсуждать. Да, это слишком уже даже для нашего стрима. Но мне все больше понравился момент с пауком, когда он цапнул пацана. А, у этого вообще... Все нормально, поехали, да что там, ничего нет. И мама с дочкой стоят просто, обморок сейчас будет. Да. Я не хочу смотреть, я боюсь. Да все хорошо, сейчас подорожник приложишь и пойдем. И пойдем. Ладно, все, завязывай. Тут у нас пока Alliance решили... Добрать немного убиваторов. Я думаю, что это все-таки будет вот такая агрессивная инча. Посмотрим, конечно, что там будет.
Там, да, раздвоение Каспера в чате происходит. Кто-то забыл перелогиниться. В смысле, где, чё-чё? Ну, там он пишет, здорово, а, блин, забыл перелогиниться, а, там еще что-то. Короче, такое не очень кто-то там пишет. Почему Гудхант говорит голосом бабушки? Потому что Гудхант это и есть бабушка. Школьник-бабушка. Пожрать борща, поспать. Пожрать, поспать. Вот она жизнь. Что с тобой происходит? Ты не смотрел Comedy Club? Это же Рева. Нет, 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 нет. Я тебе сегодня скину. Ты должен это увидеть. Я же забываю, что ты... Я не смотрю просто Comedy. Он где-то с трехлетней давности уже... Третий, ты про бабушку имеешь в виду, да. Реву? Да, да, да. Ну, это я тогда понимаю, я помню. Ну, вообще, да, вот. Только олдскульные выпуски там как-то еще доставляют. Ну, вот с того момента, как они с КВН перешли только и начали Comedy Club мутить, у них получалось нереально. Ну, да, круто. Да, а потом очень начинали круто набирать резидентов, и юмор все скатывался так... Просто как самолет без двигателей. Да. С 11 тысяч метров скатывается. Ну не, кукурузник еще может планировать, но они хороший Боинг. Там, да, там такой мясистый Боинг. С поломанными крыльями. Ну, кстати, Тим Минос очень активно юзает этого героя. Ну вот и... Да, против команд, которые, скажем, средние команды, да, против них зачастую Сларк заезжает очень хорошо, потому что они не всегда понимают, что надо против него делать, не всегда делают правильные мувы, даже если понимают, что надо делать. Такой герой достаточно скользкий. Ну и посмотрим, как будут альянсы воевать. Точнее, как будут играть с ним Менос. Что это? Это в миде будет Сларк стоять? Ну, почему? Ты чего ты взял? Еще может быть мидер пикнут. По-моему, Сларк обычно. Хотя, ну, я видел. Видел, да, Сларк стоял. Ну вот Сларк в миде может постоять. Лайфстиллер там фармить. Лондруид, например, в сложной. Ну это как бы один из вариантов. Кстати... Там кто-то жужжит у нас. Не жужжи на меня. Адский пчел залетел к нам в студию, нужно спасаться. Не, у нас когда-то в общаге была муха Боб. Это была такая муха, ну, я не знаю, размером, наверное, с кулак. И она когда летала, такая, знаешь, такая... Боб, это с подобия американских фильмов? Не, ну просто Боб. Вот мы решили назвать муху Боб. Ну, и имя этой мухи очень подходило. Мы ее кормили там. Не убивали специально. Она когда летала, действительно, там крошки на столе в стороны разлетались. Люди маленькие, да? Когда, типа, если худой очень, то... Да-да-да-да-да. Боб его съедал. Ну, Боб, я конечно, понял. У нас был просто элитный. Но это все общажные будни. Угу. Что? Угу. Да я вот смотрю, что там альянсы решили взять. Забанили они Вингу, кстати. Вот это очень любопытно. Реально любопытно. Клоквурк, это я так понимаю, в центр Клоквурк. Почему не Виверн на харду? Подожди, тут да Фурион может спокойно. Нет, Фурион идет. Это альянс. И? Чувак. Ты забыл? Фурион это бульдог. И что, С4 сколько раз приходил в мидл на Фурионе и улетал? Мы вообще с тобой забей. Игры стримили 2 или 3 игры подряд. Удали их из своей памяти. Адмирал Бульдог это Фурион. С4 в миде на Клокверке, там дальше все понятно, как я по гайду. Аки то, Коза, мы с тобой стримили две игры таких. Сейчас будет все не так, ты ничего не шаришь. Хорошо. И сейчас опа, и все наоборот. Ой-ой-ой, еще и спиритбрейкера добирает Тим Менос. Ну, в общем, они такие, погибать так с песней. Ну, и сейчас посмотрим, какая это будет песня, грустная или веселая. Интрижка. Интимная стрижка. Ну тут же. Не, кстати, есть тут Мишка. Есть Мишка с интимной только... стрижкой. Нет, еще тут нету пилы, так что. Слушай, там. Нет, ладно, ты угадал, адмирал Бульдог на Фурионе. Да не подыграли тебе, короче, ты написал. Да я быстро в Альтабе же писал, ты че. Вот, все спалил тебя. Ведь, пацаны, не дайте подставиться. Хьюстон, у нас проблемы. Так. Угу, угу. Все, опять заглядываем в наш суперчатик и начинаем смотреть игру. Альянс против Team Menace. Да, кстати, я не показывал у нас положение в турнирной таблице для тех, кого это интересует. Альянс 6-2, пятое место. Team Menace 5-7, 12-я позиция. Сейчас они могут составить компанию команде Посейдон.
с которыми у них, кстати, будет скоро матч. Вот, я вам сейчас покажу, какие у нас еще матчи на сегодня запланированы. Empire PR и Blast for FC, и там еще будут игры, потому что все они не влезли. Будет как раз Na'Vi Kaipi и Na'Vi Fnatic еще, вот после того, что вы видите на экранах. И мы начинаем смотреть, слушать Dotan. Да, я тут поугадывал с пиками немного, все так, как и говорили. Ну и у команды Menace, давайте посмотрим. Томми, Лайфстиллер, Лапис у нас на спиритбрейкере, Сифла, Рубик, Бууги на Сларке. Сларк какой-то... А, то он просто такой в стойку стал, ну ладно. И Лондруид Спин. Все, я закончил свою речь. Красавчик просто. Монолог. Открываю крипстатс, а он не меняется, потому что пауза. Потому что кто-то из антенны Dota... Я тебе хочу сказать, что даже если сейчас отожмут паузу, то крипстат особо меняться не будет в ближайшие минуты полторы. Друг друга будут харасить. Так. Так, читаем элитный чатик. Вот нас спрашивают, что вы несете за фигню. Это... провокации, я считаю, еще на какую-нибудь порцию фигни. Про Enchantress, что ли? Нет. Так, ну все, опять же, эти стандартные паузы. Мне кажется, команды ставят эти паузы, когда не знают, что делать в начале, и такие, так, надо паузу. Так, бежим на нижнюю руну, на верхнюю руну, куда мы бежим вообще, что мы делаем? Паника, кто покупает варды, кто покупает центри. Ну и все в этом духе. И пауза еще теперь от альянсов. У альянсов, видимо, такая же ситуация сейчас. О, игра альянс, кто появляется в чате? Естественно, Данил. Это Малюк Дэнди, что ли? Именно он. Эй, упырь. Надо с ним поздороваться. Да, я уже говорил, что у нас будет два матча Na'Vi. Комментировать их для вас будут V1LAT и Dread is Back. Вилдред я их называю. Вилдред. Или... существует такое. Или Дрелат, например. Не, мне скинули, как он выглядит. Сейчас я тебе покажу. Вилдред. Вилдреда найду. У меня на стенке есть. Подожди. Кто-то вчера кидал. Что-то у нас с интернетом опять нереальное происходит. Нет, 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 у меня все хорошо с интернетом, не надо тут людей пугать. У меня вообще все отлично, дропов нету, все наес. Вот он, Вилдред. А, этот Вилдред, ну этого да, этого мы знаем. Да, тот самый Вилдред. Тот самый Вилдред. Так, альянсы, го-го-го. Что у них случилось там? У нас, кстати, такой классный матч-админ, у него мут, и он вообще не может порешать вопросов с командами. То есть он должен там сайт, ПП там раздать и так далее. Русские пабы гонять. Да, он такой типа сидит и молчит. Я захожу в конфу, он пишет, ребята, у меня мут стоит, напишите им хоть кто-то, хоть что-то, чтобы мы разобрались. Нет, жук, кстати, очень крутой вот этот. Прикольно, мне нравится этот жук у команды Menace. Ну, же его похож на виномансера маленького. Он на... Нет, виномансер, он же не жук, он же такой, типа, креветка. Я тебе говорю, похож, а это не он. Ну, то, что он зеленый, это не говорит о том, что он похож. Тут такие ножки тоненькие и пакостное лицо. Кого-то мне напоминает. Такая ты сволочь. Так, ты подвел тонко. Ну, согласись, нормально получилось. Не все поняли твоего юмора. Ну, это понятно, что не все поняли, но главное, что ты понял. А, ладно. Я думаю, что до людей там тоже более-менее дойдет со временем. Как только они увидят нижнюю часть твоего тела. Когда они увидят мою нижнюю часть тела, женская часть охнет, а мужская будет завидовать. Хорошо, пусть будет так. Ну что, друзья, погнали. Альянсы EGM играют нас на Абадоне. Да, у него есть Mist Blade на Бидона. Мишка прибегает на руну. Просто стоит, вивер ему, лоды ему наяривает. Что, руна появится? Да, хаста появляется. Медведь сразу... играет, ты погнал, тикать, погнал тикать. Просто... так, тебе бы так всыпали, ты бы не погнал, что ли, дальше? Ну, не знаю. Мне кажется, я бы пораньше уже погнал. Еще до того, как мне всыпать начали. Так, ну и смотри, что у нас. Да, действительно, в центре будет стоять Сларк против S4. Лапис будет у нас бегать на Братруме, принимать заказы.
Ну и Бульдог. Контракты. Прошу прощения. Заказы. У нас просто профессиональный Баратрум сейчас сидит у микрофона. Баратрум Фурионович. А почему не Фурион Баратрумыч? Ты, кстати, посмотри, там сейчас буги-то нормально навешивает с пассивкой PS4. Да он реально отлично пробил. Мне кажется, он сам офигел, что он нанес там 5 ударов. Пацаны. Скрин. Да-да-да, быстро. Да, он очень сейчас сильно отрезает, на самом деле. Ну, там-то статов все меньше и меньше становится. С4 вот так вот себя закрыл. Ты посмотри, там реально какие подачи. То, что он сейчас ману выжиг, это, конечно, неприятно для Буги, но... Мана ему почти не нужна. Да, ему сейчас мана вообще нафиг не надо. Ну, конечно, дальше пригодится. Ты сейчас запрыгнуть можешь? Как он хорошо пробивает его. Ты посмотри, еще буквально два удара надо сделать. Это будет First Blood. Это ФБ от Менес Буги. Забуковал сильно С4. Я не понимал вот его агрессии непонятной. Так, ну что? Тут и прилетело, кстати, Гарпи аж тормодел. Смотри, у Бульдога тоже есть хекс, как у меня. Да-да-да. Где-то взял, кто-то подарил ему. Насосал хекс себе, ну, Бульдог. Можно сказать так. Такой вообще не очень. Пауза от Альянсов. Кстати, вот можно быстренько нырнуть, проверить пинги. Тут какая-то фигня. Пиксель, шейдер, ратио. Что? Так, антенна дота много, да-да-да-да-да, ну так вроде пинги у всех нормальные. Привет, катан. Привет, катаны. Катаны. Уф, вы мои катаны. Так, ну и вот он спин стоит себе против виверка, виверочка, против лоды. Вот нормально, кстати, пробивает медведа. Вроде как это не особо сейчас заметно, но со временем это все вытечет в 300 золота. Или же да нет, не вытечет 300 золота. Там есть 3 саммона. У Мишки есть также 5 деревьев, которые может сожрать. 3 саммона можно сделать, по сути, уже совсем скоро. Взял, не обломал всю стратегию просто по убийству медведя. Да, если бы все медведи превращались в 300 золота, то бы не играл на них. Хотя, спустя 80 минут иногда так и происходит. Слушай, тут Гарпи аж тормодел, она вообще жизни не дает Бууги. Это месть за ФБ. Да, 105 урона просто залетает по кулдауну. Это, если не сказать неприятно, ну вот это значит не сказать вообще ничего. И говорит, иди сюда. Сюда, я сказал, на 34 золота. Успел ее зарезать, да. Гарпуном своим. Так, и внизу у нас что происходит? Внизу у нас Лапис. Уровень 2. Братрум, к нему подходить не особо приятно. Даже и не подходить не особо приятно, потому что, если что, этот товарищ сам может как бы подогнать. На топе убивает спина. Отличный выход от Инчи, и это минус. Да, все очень уверенно. ЕГМ на Абадоне. Может вытанковать достаточное количество дэмэджа. Играет он, кстати, без пассивки. Играет просто через дедкойл и щиток. Что, вышку будут пушить? Мне кажется, рановато пока. Нет. Сейчас посмотрим. Мишка бежит. Бежит пешком. Пока будет бежать, есть шанс, что вышка-то просяет уже плотно. Да, включают фортификейшн. Приходится защищаться как-то. Конечно, приходится. Там как бы базила включена, и вышка этих крипов бывает очень-очень долго. Вот только сейчас подходят новые мобы. И тут-то уже тауэр как бы более-менее по шансам начинает заходить. Так, буги. Начинает бить С4. Он может размениваться по ХП. Регин в банке, он может сейчас и дедпактами его тут по докучать немножко. Я думаю, так и будет. Кстати, так, смотри, дедпакт. Это отталкивается. Сейчас просто проюзает Регин. Сейчас вот только главное, чтобы ракета. Ракета, ракета, да. Главное, вот ракета. И вот он переждал ракету и сразу же юзает реген. Все очень хорошо сделал. Да, видимо, немного разбирается в этой игре. Все-таки. Не зря попал он к нам в старосерию. Я считаю, достоин. Так, ну и вот он, Буги. Там Last Hit у нас катапульту. На самом деле, Сларк сейчас в центре себя чувствует. Мишка стоит в дабле, забирает дабло. Так, по крипам Сларк немного проигрывает. Там 11-1 и 18-3. Ну как, немного, достаточно неплохо. Но все же, то, что он сделал ФБ, дает ему некую уверенность. И по опыту на полуровне опережает все-таки С4, как-никак. Да и опять же, будет когда шестой уровень Сларк, то перспектив у него вроде побольше, чем... Ой-ой-ой, да, С4. Разгон. Там еще и Баратрум, да, побежал, правда, здесь. Там еще и Рубик есть, очень много, и выталкивает сейчас Буги! У Буги! Погибает. Ключом замесил, просто еще и Лапис там может сейчас отъехать. Нет, все-таки погибает у нас Клэквург. А кто его убил там? Катапульта, что ли?
скиллит. Да, его крипы тупо убили. Походу, катапульта добила. Такая противная этот сидж крип. Нормальная катапульта. На топе тем временем упала вышка с троллями и скелетиками. Пытаются зайти на вторую. Мишка пол хп уже потерял. Пытаются его тут лода. Ну, нормально, нормально. Харасит медведя сейчас. И этому еще оригинальному медведю навешали. Оригинальный медведь. Да-да-да. Так, S4 уходит мне на ботом, на медле стоит Фурион. Решили, видать, махнуться. Типа, иди постой, ты хотя бы рейнджовый. Мне там беда-беда. Ну вот Лода спушивает вторую вышку, пытается. Тут Мишка уже очень красный. Новый будет через 10 секунд только. Так, чтоб... Нет, Рубик. Думал, сунется. Просветки нет. Бесполезно тыкаться там на Вивера. Без... Да, без просветки и какого-нибудь сворованного шукуча достаточно сложно будет поймать Вивера, безусловно. И вот посмотрим, как будет делать Рубик у нас, как он будет действовать. Буги получает уровень 6 в центре. И вот сейчас начнется самое интересное для Сларка, потому что сейчас начнутся забеги, судя по всему. Да, есть ведь Братрум. Сларк чрезвычайно мобильный товарищ. И если грамотно они все будут делать, грамотно срабатываться, то проблем у альянсов будет достаточно много. Так, вот он Буги, уходит на нижнюю руну, и там Хастар. Альянсы переконтролить ее не могут. S4. Если он сейчас не пойдет за Тавр, то так, есть разгон. В него уже бежит. Да, причем там бежит... за вышкой, наверное. А что тут, вчетвером, да. Я думаю, S4 развалится. Да, и вот он, Братрум, забежал. S4 вроде как Коги поставил, но все равно его очень сильно прессуют. Конечно же, это будет минус. Забирает этот фраг Лайфстиллер. Ну, такой движуха, конечно, убивали одного S4. Немного неприятно то, что такое количество людей пришлось потратить. Но в любом случае фраг сделали. И 3-2 Менес по фрагам впереди. Еще и вышку сейчас вышка, заберут. Вышка упадет, да, я думаю. Угу. Есть фортификейшн, конечно, не знаю, кто будет тут. Может, будет сейф ТП какой-то? Нет, испугались. Менес, возможно, правильно сделали, потому что, возможно, прыгал бы S4 и подлетел бы тут же Фурион. Ну вот смотри, Баратрум сейчас с Лайстиллером внутри, уже готов выбирать себе цель. Так, Аки увидели. Нет, не стали бежать. Так, Спиритбрейкер. Пока еще ни на кого не разбегается, но вот надо бы себе действительно выбрать таргет. Может быть, действительно даже попытаться побежать на топ, на ЕГМа. Не, ну очень... топ это не убьет. ЕГМа, может, и убьет. Ну хотя да, с Лайстиллером-то внутри по-любому убивает. Нет, пошел все-таки в мидл. Опять в S4. Решили гнобить Клокверка. Коги он потратил. Запрыг, но это минус. Вообще очень-очень быстро разваливается сейчас S4. Фраг за Сларком. И что-то вот Густав не радует нас последние матчи на центральной позиции. Тебя бы так прибегали, ты бы радовал точно. Не, я не о том. Я о том, что... Ну, ФБ согласен. Но... Да, во-первых, ФБшечка. А во-вторых, там можно ведь попытаться более осторожно играть. Вы понимаете, что там Братрум и Лайфстиллер. Понятно, что там сейчас начнутся побегушки по всей карте. Аки забирает руну Инвиза. Очень вовремя, потому что там бы сейчас за ним еще и Сларк забежал. Сларк, кстати, увидел, что... Понял, что здесь вард стоит, потому что с него пропала пассивка. Ну, чего и, естественно, еще, да, тролль там. Вот. Тролль погибает, но Сларк пока еще видят, поэтому да, поэтому пассивочка показывает, что вардец там есть. Аки там тук-тук-тук-тук-тук пошел в чужой лес, да, дает вижен, чекает тут. Мишку, правда, не заметил, курьер, жук! Пролетел мимо Аки, Аки не стал тут рыпаться. Ну вот сейчас медведь, если спалит Аки, то это будет изи фраг для там Баратрума и компании. Не палит, хотя... Тут там ты посмотри, там сейчас встреча-то на Эльбе может быть. Нет. Так, тут вард палит и Рубика, и вообще всю эту контору палит. Будет ли сентрик для того, чтобы задевардить? Нет, сентри... А есть сентрик у Баратрума, почему он здесь не поставил сентри? Тут бы сейчас всех развалили, промахивается S4 крюком. Не попадает в Рубика. Дружаня, что с тобой? Оказа тем временем пытается поразбивать вард. Но там уже Баратрум. Баратрум! В атаку! Як еще и промахнулся последним своим ударом! Томми, рейдж, я так понял, прожимать для неудачников, но да ладно. А зачем? Для чего рейдж? Ну, как-то для чего? Потратить спелл, для чего? Ну, чтоб там пассивочки всякие, чтобы ничего не работало. Там первые уровни. Ну, какая разница? Была бы на четвертого, например. Кстати, оставил, смотри, Буги в центре ничего. Проседает. Так, пока он в ульте, и ему никто не может помешать. Да, причем...
Опять же, с него там, в принципе, можно тут еще... контрит жестко его ИГМ, да, забирает да. Вот этот койлом. Очень-очень четко подстопил его только что Абадон. Не поспоришь. У нас Лода продолжает фармить. Кстати, сколько у него там... Ты смотри, что-то у нас Вивер делает. Вивер-то у нас бык знатный. Заставил спина трансформироваться. Лода, Лода, залетает ульт от Фуриона. А, есть таймлап. Ну, медведя можно на самом деле просто убить, и все. И он бы убил оригинального медведя, если бы стал харасить просто обычного. Так, на экс где-то просел в медле с 4, с ЕГМом разобрались на двоих. Почему там был один на экс, непонятно пока, но вот я вижу то, потому что... что бык есть инфа. Адмирал Бульдог решил пофармить. Че там, что там? Стоит, фармит. Фармит леса с медасиком, ждет каких-то артефактов, не летает пока по лайнам, никого не закрывает и не помогает. Нормально, чё. Ну, ему хорошо. Так, Лапиз. З, который Лапиз. Лапиз? Да-да-да, он что там, себе ПТ-шечку купил? Да, ПТ-шечка сейчас прилетит к Лапизу. Так это хорошо. Ну, он уже будет нормально, и такой более-менее плотненький, еще и сам сможет наваливать. Ему до ульты осталось, до отпущения, или опущения чуть-чуть. Опущение, да. Опущение. Ну, там уже точно никто не будет дергаться, ну, кроме, возможно, Абадона. Стоит, стоит, ждет возле Томми. Да, да, вот тут икспу, икспу, халявит, халявит эту икспу свою, но пока еще, да, пока еще не хватает маленько до шестого. Вот надо бы уже, так, наверное, Аки уезжать. С4 врывается, будет ли разгон? Так, есть центрик. Ну вот Буги, мне кажется, умирает. Сейчас не рад, что у него замакшенный Dark Pact, а не Паунс. Потому что Паунс сейчас бы он уже успел прожать, а вот этот Dark Pact, который по сути своей, ну, не самый полезный скилл, я вот не знаю, почему его максят. Да, ты сам себе типа много дэмэджа наносишь, вот мне это не нравится. А, ну, такое-такое. То есть себе 150 урона залетает, это много. 300 ОЕ. Это круто! Но когда ты догоняешь пацанов, у тебя 8 секунд кулдаун здесь, у этого скилла как бы кулдаун не сильно-то уменьшается, 9, 8, 7, 6. А тут он по 4 секунды скидывает, то есть это реально очень-очень много. А эффект как бы основной там даже не в дэмэдже, а в том, что скинуть с себя стан там или еще какую-нибудь фигню полнейшую. Так что я считаю, что паунс вот в 4, да, он более юзабельный, чем Dark Pact 4. Так, С4 у нас в центре стоит, много у нас тут 4 что-то. Заладилось. Китайцы отвалились у нас от трансляции. Китайцы, до свидания. У них, видимо, тоже есть свой факер, который свой включает факер. Чайник. Свой факер есть везде. Да, наверное. На каждой работе есть факер. Все, не каждый об этом знает. Что? Так, Фурион на топ у нас залетает. Ой, не Фурион, это Сифла был, да. Но он украл. Украл он телепорт у Фуриона. Так, Томми, 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 барабаны и орбофеном с фейзами. Вроде неплохо. Ой, покер влетает. Лапис, проблемы в медле, пытается разогнаться куда-нибудь. Ну, даже не стал ничего юзать. Он даже ударить не смог, вот в чем проблема основная. Правда, там сейчас буги залетает, будут убивать ЕГМа. Да, вот зацепили его. ЕГМ. Фурион прилетает наконец-то в драку. Ну, это опять же не Фурион, это Рубик, да, но и вот тут ЕГМ погибает. Я не привыкаю к тому, что вырастают деревья и появляется Рубик. Извините. Ты посмотри, что в это время делают альянсы. Что? Альянсы в это время убивают Рошана. Коза, у нее третья уже пассивка. Она реально через замакшенную пассивку играет сейчас. И это очень-очень любопытно. Ну и вот он, Рошан, падает. Сейчас играет Аегис Вивер. У Вивера все в порядке. У него есть Аегис, есть Персиверанс, я так понимаю. Ну, будет. Будь. Пишут, так, бара без цепляют. Орбов Венома рак. Что? Пишут, что бара без орбов Венома рак. Окей. Ну, профессиональный баратрум, как вот скажи, что ты можешь... Как без можешь прокомментировать? Он рак. Вообще первым артефактом ПТ, без тапка. Madness. Да, можно без тапка. Прокачка разгона в четверочку, ты бегаешь и без тапка нормально. А с Madness'ом ты бегаешь вообще без всего нормально. А когда в тебе сидит Найк, тебе вообще бегать не надо. Да, ты просто стоишь и наваливаешь. Привез его на место, высадил, он там съел свою долю и пошли. Вот, смотри, оп, залез. Нужно разгоняться.
ЕГМ, а то почему в ЕГМ непонятно, восьмой уровень. Ну, нормально. Там сейчас Баратрум забегает, хорошо. ЕГМ сейчас должен прокликивать ульту, отличные коги. Правда, ЕГМ этими же когами оказался отрезан. Да, Сларк ныряет, Сларк, отличный прыжок за козой. Коза испарилась в секунду. Ульт бульдога. Бара, хорошо, ты посмотри, как все получилось. Баратрум убегает, 49 хп. Подсвечивает бульдог, тычка, есть минус. И неужели бульдог уйдет? У бульдога Shadow Amulet. Корни! Воу. С первого удара по бульдогу. По бульдогу, ты понимаешь, это как должно пропереть? Ты понимаешь, что сейчас дал? Понимаю. А что делает С4? Пауза. Пауза. Сейчас типа, ты что творишь? Да. Ну, у них-то отвалился спирит брейкер, хотя у этого товарища еще 15 секунд до респауна. Не думаю, что его как бы вылет сейчас очень сильно решает. То, что тут забыл С4, мне вообще непонятно. Сейчас опять же пройдут какие-то корни, и он может остаться здесь надолго. Так. Что? Ну, не знаю, что там происходит в нашем у парней. В чатике все тихо. В нашем чатике идет пересчет денег Нави. А, это нормально, пацаны. Можно посчитать всегда чужое бабло. Конечно. Такое занятие интересное. Особенно, когда вот у меня своего нету, чужое считать вообще отлично залежает. Когда своего нет, любое считать нормально. Ты идешь по улице, и он в чебуречную смотришь, думаешь. Так, у нас тут начинаются проблемы, судя по всему. Альянсы и Кайпи — это две проклятые команды вроде как. Так почему Альянсы тут при чем? Ну, у них постоянно... Если спирит-брейкер выкинул, вылетел. Или ты думаешь, Альянсы создают эти проблемы? В их матчах постоянно вот какие-то траблы. Я так подозреваю, что С4 сейчас погибнет. Если рут пройдет, то, наверное, сувилки. Так. Выбрался. Миш! Кстати, Лода прибежал! Лода, у него нету таймлапа! Украл. Лода. Есть центрик. Рубик. Тычечка. Навернул. Так. Сифла. 64 хп. Надо бы, наверное, отойти. Ой-ой, щиточек. Тут быстренько отхилил ЕГМ С4-то. Да, и Рубик, посмотри, там такими окольными путями. Телепорт на базу. Чтоб его там Клокверк не щелкнул. Клокверк, кстати, по графикам. По графикам впереди Альянс. Пока что на 1500 золота и на 2000 опыта. Несмотря на то, что они проигрывают по киллам, это им никак не мешает. Мордиган сейчас появится у Найкса буквально вот скоро-скоро. Ну, через минутки, полторы. Там, кстати, такой с фарами вертолет летает. Или самолет, ночь на дворе, что ты хочешь? Штрафанут. Ну да, нормально такие. Это ближники, по-моему, смотри. Ну он вниз такой, да, пристально. Я, правда, не знаю, зачем ему фары. Ну, ладно. Так, разгон. Бара. Еще и бульдог зацепили. Бульдог толкнул. Решил бульдога забирать. Такого Shadowblade, отлично. Моментально просто разваливается, действительно, в секунду. С4, что это за хукшоты? Уже ведь не первый. И не последний. Поставили не на себя. Соло делал такую же фигню в матче. Я вот что сразу же вспоминаю. Ладно, все. Нет, давай пытаемся забыть эту тему. Сейчас, погоди. Если Альянсы проиграют, то я думаю, эту тему никто не забудет. Так. Второй день, им просительно. Сейчас-то они полным составом играют, уже поздно косить, что мы без Лода играли. Может, это пацан с ником Лода. Фейк. Затесался во френдлист. Затесался, да, в скайпе. Че тут у тебя с голосом? Все нормально, пацаны! Яйца дверью прижало, наверное. Болею, охрип. В обратную сторону. Итак, что, разгон? Разгон на Аки. Не самая лучшая цель, понимают, Аки пытается потащить поближе, вот, да, медведь. Ну, кстати, Аки-то сейчас отошел назад, значит, зацепит остальных. Да, отлично получилось с этим разгоном. Ну, надо бы, наверное, добить этого Аки. Нет, никого тут не добьют. Лайфстиллер бегает просто, как, я не знаю, как педофил в детском садике, не знает, в кого бы вгрызться. Нормально ты выдал сейчас. Ну, просто, понимаешь, вот он бегает, он вот побежал сюда, такой, не, сюда, тоже не вариант, обратно побежал. Ты такие темы задвигаешь, нереально. Ну, я не знаю просто, ну, чего он носится туда-сюда? Пойди убей хоть кого-то. Щиток. Ульта-то не было, почему так забаковал? Есть ульт от Баратрума, минус один. Ну, кстати, Лапис 10 отъезжает, да, и Аэги сбили, вот это, кстати, очень неплохо. Аки выжил. Так, там С4 на форстафе уехал. Лода в шукучах также убегает, тут уже медведь с Майлштромом. Рубика, Рубик уже в медле. А что там Рубик? А Рубик еще вообще ничего не украл. Так
он только байбекнулся. А, вот такой вот этот Рубик. Ну и С4 с руной иллюзии. Эта драка была более удачной для команды Минус. Потому что они забрали Аегис, забрали двоих типов. Да, для них сейчас все вообще отлично складывается. Вот сейчас на графике посмотрим. На графиках мы видим, что в ноль по деньгам. Ну, как бы и до этого преимущество было не особо большое, там 2000. И в ноль практически по опыту. То есть тут у альянсов проблемы начинаются небольшие. Лода с линкой. Зачем Лоде линка? Как ты считаешь? Я думаю, чтобы корни сбивать как минимум. Чтобы Рубик не мог его поднимать. Ну, может, может, да. Тут, в принципе, не поспоришь. Так, и что, Лода? Давай, жуки, он пошел нарезать. Грызь, грызь, по мишке, ты по мишке. С медальки там. Неплохо медведь летать будет. Так, выдвигаются. ЕГМ, С4. Возможно, хукшот будет. Давай, 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 да ты попадешь. Да ты уже сто раз так делал, давай! Попадает. Если бы он сейчас не попал, тут бы, я думаю, проблемы начались серьезные. Так, у спина проблемы огромные, вряд ли его засейвит. Да, погибает спин, пытается... Брат, там Брат Румыч-то прибежал очень вовремя, слушай. С4 реально очень сильно проседает, это будет минус С4, правда у Буги тоже траблы. У Буги нечем идти, да, был на кулдауне, у него сейчас паунс. Сентрик на Сентрике просто втыкают один с другим, ЕГМ, лох ХП, ЕГМ оседают. Доми сюда тычку сделал, должны видеть, видит Лода. Да, Лода очень медленно. Должен, должны поднимать. Там нечем поднимать, Рубик побежал, смотри, раз, но Лода спрятался. Лода просто спрятался и сделал тпаут. Красава Лода, очень грамотно здесь все разыграл. Ну, драка-то была 3 в 2. Опять графики сразу так... Фух. Что там? Да, там да, да. Полтора куска. Качели. Качели. Что вы со мной делаете? Так, вот я смотрю сейчас на этого Рубена. Что у него там? Форстаф? Ну, пока еще не пахнет особо форстафом. Просто носится парень на хосте с украденными шикучами. Вот с такими, на самом деле, скиллами типа шикучей можно пойти попытаться... погангать, повоевать, я не знаю. Я не знаю, там Мишка пошел не в Radiance, а собрался чисто Мирнир, и как бы вот Мишку сейчас будут цеплять. Где? Михаил, you have a little problem. Стан. Ну, кстати, серьезные проблемы, но правда тут уже телепорт, Сларка. Зажали Мишку, Мишка умирает 100%. Да-да-да, Лода нормально там наваливает. Так. ЕГМ, Буги, Буги уходит, правда, Буги там неплохо так навешали. Должен умирать. Почему ульт еще в него... Там С4 еще серьезные траблы. Посмотри, Буги пока что стоит просто регенит, потому что его никто не может видеть. И вот сейчас тут начнет Сларк нарезать. Да, вот сейчас пойдут нас фраги. Бульдога также цепляют. Выходит Сифла. Сифла, нет, Сларка все-таки спалили. Да, там была просветка. Есть подъем. О, да ударь же ты его, боже. Там щиток был. Рубик я это... не понял одной фигни. Почему не добили Инчу? Врезался Брат Рум, начали в нее вгрызаться. Осталось не очень мало хп. Если бы Бара кинул сразу ульт, то было бы все гораздо проще. Минус один герой, который стоял, просто настреливал на фулману. Да, да, Инча на самом деле такой товарищ, которого если не трогать в драке, а особенно там ЕГМ еще, спасивочка, не будем забывать, с третьей, да, которая там дает атак спид, все дела. Инча-то наваливает импетусами, мало не горюй. Действительно, урона... наносит Enchantress колоссальное количество, если давать ей это делать. Сам-то по себе герой достаточно тонкий, и даже пофиг на эту пассивку, если грамотно ее занюкать, то она падает очень быстро. Но там вот могли убить ее в два счета. Конечно, конечно. Мы решили что-то так не делать. Томми, 2000 сверху над Мордиганом, правда, Альянс фармят все-все-все, графики рухнули теперь уже до 4000, ну, это уже неплохое преимущество. Бульдог будет наращивать... только свою боевую мощь, собрал себе меку, есть 1400 сверху. Надо что-то думать. Ну вот я смотрю, сейчас тут у нас перед брейкера. Так, у нас тут улетел один братюня, да, вот он ЕГМ уже стоит на базе. У ЕГМ когда-то будет алебарда в перспективе, что уже достаточно неплохо. Да, и Рошан появляется через минуту. Вот это, кстати, очень любопытно, потому что сейчас на этом Рошане, скорее всего, будет одна из самых ключевых драк. Там оценили люди про похождение в детском садике. Нормально. Сларк находит инвиз. Правильно законсервировал. Сларк сейчас уже как-то вот не особо.
Ну, ХП маловато. Сларка, понимаешь, вот ты посмотри, что было в драке на нижней, вот, вот здесь вот. Раз, два, три. Нормально. Три сентря просто стоят один на другом, вот так вот перекрывают друг другу там зоны вижны для того, чтобы Сларк вообще там нигде не, ну, не спрятался. И только поэтому Сларк сейчас ничего не может сделать. И это, конечно, очень классно, то, что делают альянсы. В драке ты особо эти сентрики поубивать не успеешь. Вот просто не будет времени обращать на них внимания. Ну, конечно, можно попытаться запотеть. Попытаться запотеть нужно, я бы сказал, потому что очередной рошанчик падает. Лода медалька избревает тут с огромной армией пеньков бульдога. Ну, упадет. Или, подожди, заходит, заходит. Ну, вот, вот заходит, разгон. Действительно. ИГМа нужно как-то притянуть. Бульдога тут же, ульт. Там, кстати, смотри, проблема сейчас у Лайфстиллера. Лайфстиллер, да, проходит он инчу. С4 сейчас хорошо закрывает Лаписа, но, правда, у С4 теперь у самого, скорее всего, да, будет смертельный приговор. Выпрыгивает, прыгивает, жалко, не падает на бульдога. Есть сразу же просветка, бульдог наворачивает по буги, минус буги и проблемы. И у Мишки, и у... да, и у Мишки... Опять же, просто тьма с интри, и ну ничего с этим поделать нельзя. Сбивать телепорт, кстати, нечем, поэтому действительно, да, ладно, медведь самое правильное сделал. Плюс Рошан, который сейчас, скорее всего, заедет. Ну а С4 что, пойдет подпушит лайн, чтобы потом можно было быстренько снести еще и Т2 после этого Рошанчика. Так, ну сейчас посмотрим, что будут делать Alliance. Я, в принципе, уверен, что эти ребята сейчас... сделают все наиболее правильно, агрессивно. Просто пойдут, действительно, донесут там вторую линию обороны у команды Менес и попытаются зайти на ХГшечку. Хотя у Лода еще особо артефактов нету. Вот даже на дэмэдж ничего такого, 130 урона. Да, неприятно там для какого-нибудь Рубика, но нету, например, ни дезолятора, ничего в этом духе. Следовательно, особо высокого ДПСа от Лоды ожидать пока что не стоит. Да там и без Лоды нормально наваливают. Там Фурион тыкает очень плотно, который, кстати, себе ГОСТ собрал. На случай, если Мишка будет грызть его. Инча тыкает неплохо. Который, кстати, совсем скоро появится, Аганим. И еще и Абадон, который через 1700 приобретет себе алебарду. Алибарда это вообще отличный айтем, я слышал. Так, и башер у Лайфстиллера. Так, посмотрим на Нетворса, наверное. Лайфстиллер уступает чуть менее 1000 виверу. И уже неплохо так уступает Адмиралу Бульдогу. 12000 экспы, кстати, преимущество у Алинс. Это достаточно на 20. Ну, они вот последние, да, последние драки просто те, которые в салат выигрывали, они, конечно, им дали огромнейший буст. Ну вот слушай, сейчас Владмиру медведя, то есть и Лайфстиллеру от этого будет польза, и Баратрумычу тоже будет неплохой такой бустик. Это конечно надо бить, это надо много тычек как бы нанести, чтобы отхилиться. Тут особо не дают. Там Бара стоял зажатый сначала в когах под батарейками, потом пытался там что-то куда-то выбежать, Сларк промазал прыжком, тут же его размансил бульдог. Что, вышка упадет, наверное, вряд ли ее дефать будут. Так, ну там, кстати, прыгнул у нас С4 на Рубика, и вот так вот его спокойненько забирает Абадон. Тут две пачки когов стоит. С4 в наглую заходит на Т3. Да, а что ему особо переживаться? Армия его вот этих деревяшек. Смотри, как вышка падает очень быстро. Урсы, все смешалось, кони, люди. И вот что этот медведь сейчас может сделать, да, практически ничего. Ничего. Кстати, смотри, Баратрум побежал. Хороший стан, но а дальше что? Дальше Буги прыгает на бульдога. Бульдог просто уходит в инвиз. И Буги опять начинает что-то бегать там, прыгать. Окей. Так, ну вот сейчас С4 мог умереть, нет, все-таки отхиливают его тут же урной. Томми, проблемы, нет рейджа. Ну, вот тут уже ГГ, тут уже действительно чересчур высокая доминация со стороны команды Alliance. Не видно никаких аутов, при которых они могли бы сейчас победить даже хотя бы в этой драке, потому что Лода там уже просто с одним, например, Митрилхаммером уже нарезает очень сильно. Ну и Медведа еще тычку дать, да, все, 300 золота. Что там у нас бараки у Медведа? Падают. У Медведа нету пока. Вот, вызвал нового Медведа, все, пошел кулдаун 2 минуты. Да, линия падает. Линия падает. 28 минут ушло у Альянса для того, чтобы забрать первый лайн у Менос. Там Рубика еще Лода убивает. Да, тут теперь всех будут убивать. Импетусы летят вон на 100-500 дэмэджа.
Так, еще и медведя там провожают такими импетусами прям под фонтан. 305, как тебе? На. Да, иди отсюда, и, как говорит инмейт, и друга своего забери. Что, пока не получится все медловые бараки, придется... Да вообще никакие больше не получится. Да, да. Там уже идет, кстати, в это время бульдог. 4 куска. Все в порядке. Спасибо. Зарядки. Так, ну и что? Покупай тебе орхид. Просто райт-кликом бульдог. Там подсказывают, да, 7 минут до анонса от Valve. Я тоже жду, на самом деле. Мне очень любопытно. Я, в принципе, догадываюсь, там, да, что это может быть. А все, наверное, догадываются. Но посмотрим. Так, врывается. Отличный врыв бульдога, кстати. Ну вот, бульдог. Даже не успел. Ой-ой-ой, хорошо, кстати, его только что взорвали. Ну, а дальше-то, дальше-то дэмэджа уже практически нету. Буги, буги фокусят очень сильно. Он упрыгивает, вивер его закидывает тычку за тычкой. Тут же проблемы у лайфстилера моментально появляются, как только он перестает воевать. Да, ну и медведя вот начинают эти грызть мишку. Мишки очень сильно отрываются. Смотри, как нормально там лоду только что буги пробил в лоб. В лоб? Ну, именно, именно. Просто вивер мимо него пробегал, тот на него как-то бросится бешеный. И донает еще тауэр. Такой он. Сларк этот пёртый. Так, приходит Инча. Начинает наваливать импетусы. Фокусят ЕГМ. У ЕГМ нету 3 секунды. 2 секунды ульты. И у него ее не будет. Да, вот она пошла ульта. И все, и теперь уже отсюда не отвертишься никак. Да, минус 1, там минус 2 уже. Еще импетусы тут залетают. Мишка, и... скорее всего, погибнет. Да, погибает, да, Мишка, очередный 300. С4 не отпускает медведя, своими батарейками держит его. Минус медведь. Тут же Коги на Лаписа. И это ультракил от Лоды. И Лода еще умирает здесь, но это, в принципе, только минус. Аигис, поздравляем команду Альянс. Ну, такая вот победа для них, опять же, не самая тяжелая, наверное. Но что поделать? 30 минут не самые тяжелые, причем доминация была достаточной. Кроме ФБ, конечно, который отдался 4, подумал, что-то тут идет не так. Да, да, С4 там знатно поднапрягли в самом начале, но потом вроде бы все пошло окей. У команды Alliance, давайте посмотрим на турнирную таблицу, что там у них случилось. А они забрались у нас уже на третью строчку, по факту даже на вторую. 24 очка у нас вот у Кайпио Empire, 21 у Alliance, Quantic и Power Rangers. Но у Альянсов среди этих трех команд наименьшее количество сыгранных матчей. Следовательно, у них потенциал, наверное, наибольший. И мы с вами уходим на небольшой перерыв, после которого мы вернемся на матч UBLS против RFC, а дальше нас уже будут заменять V1LAT и Dread на матчах Empire PR. Да, Dildred. Dildred. Dildred это немного из другой оперы, ладно уж, извините. Что-то сегодня тебя несет. У меня прям сегодня по Фрейду оговорочки. Ну и еще два матча, которые, опять же, здесь в анонсе нету. Это Na'Vi Kaipi и Na'Vi Fnatic. Они также будут озвучены Dildredом. Уже без оговорочек, тьфу-тьфу-тьфу. И давайте, небольшая рекламная пауза, скоро уже увидимся. Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все.
сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV.